Сохранение исторической памяти. Во Владикавказе на базе Северо-Осетинского университета проходит конференция «Битва за Кавказ». Она приурочена к 80-летию победоносных боев на юге страны. Во время Великой Отечественной немцы прорывались в Закавказье, чтобы завладеть нефтью и другими ресурсами, но защитники Кавказа отстояли рубежи. В сегодняшнем мероприятии участвуют студенты, педагоги, ученые и общественные деятели. А началась конференция с возложения цветов к памятнику погибшим на фронтах Великой Отечественной. Еще один важный момент, который следует помнить, говоря о битве за Кавказ, это то, что противник наш пытался внести раскол в братскую семью народов Советского Союза и потерпел в этом неудачу.